Сканивали бегать. They're dropping reactors. Use it to crack open a relic. Кучу слишком, блин, поехали. Don't forget the reactor. Он где-то поблизости особенно сбегает. Ребят, К2, есть у кого-нибудь релик К2? Если будет практики, нужно будет поставить, выпить нужно будет кое-что. Термин лезвия, то есть клинок нужно будет выбить с К2. Сейчас посмотрим, если редкий падок будет, что-нибудь редкое нужно будет поставить. Prepare for life support. Ты мне кто-то говоришь, что или чё? Я говорю Рину. А, ты мне говоришь? Я не знаю, кто ты. Я просто тебе говорю, что если ты Рина, то с Некрусом стоят в комнате, собираются и ждут, пока мы выберем. Ой, да эти херня, зачем? Сюда... Обеспечения. Тут нет смысла вообще Некруса брать. Ты можешь так спокойно, блин, это на кого, да, там есть смысл брать. Это выживание или оборона? Поправь меня. Это выживание. Это выживание Некруса, зачем берут? Для поддержания жизнеобеспечивания. Ну так зачем в комнате собираются? Ну блин, ну в комнате это вообще, ну это чё, блин, стоять в комнате? Тут спокойно можно стать так щипки. Просто, блин, юзают эти вот капсулы. Рина, и всё. В 4 рина можно везде, где хочешь бегать. И нет, ну, спора. Когда в команде. Ну сюда его нет, говорит сразу же. Сюда его нет смысла брать. Сюда, на релике. Нету его смысла брать. Его берут только на выживалку сейчас. Вот, на ту и все. Здесь надо стоиться, блин, если вам делать ничего. Потому что на выживалку такую они редко юзаются, блин, капсулу, редко. Соответственно, там необходимо брать, соответственно, вот некуда. Ты часто здесь вообще на выживалку ставишь? Часто, чаще некуда. Тебе не скажешь. Особенно, это, когда бро, рина, бро, это твое личное мнение. Я с тобой столько собираюсь. Это не личное мнение, это мнение большинства. Когда берут некроса, становятся в комнату и ждут, пока могут прибыть. Ну это полный настой, блин, стоять, ждать, не ждать ничего. Полный настой бегать. И юзать систему. Конечно, ты не идешь на 5-10 пол. У нас вар как минимум. Я могу стоять сколько угодно, хоть 2 часа. В вашем случае, конечно, да. Вы типа видели, что ли? Да ладно.
Вы в пати играете? Чем тут что? Обиделись, если ты тупой? Бро, ты сейчас договоришься. А что будет? Отшлепаешь меня, понял? Нет. Какой-то страшный. Бля, я, наверное, на выход побегу, смотри. Keep fighting. Look for more reactant. Ну, видим, ты себя считаешь особенно умным, да? Типа, хочешь научить меня правильно играть, ну, в эту игру? На фоне тебя, возможно. Бля, ну ты явно недалек ума, товарищ. Прикинь, какой ты тогда. Тебя в детстве голов вниз не роняли случайно? Падал. Ну, молодец. Молодец, молодец. Можешь удалить игру с рабочего стола. Окей, так и сделаю. Молодец, валяй. Очень умный солдат. Мудак.